«Дай почитать». Здравствуйте, я Ксения Станиславна Литси, ведекан факультета филологии Вятского государственного университета. Когда я увидела эту книгу с иллюстрациями Сергея Алимова, такую знакомую мне почти 30 лет, решила перечитать. Автор – добрая сказочница Людмила Васильева Гангнус. А книга – азбука вежливости, пользующаяся у воспитателей и педагогов большой популярностью. Потому что книга – это своеобразная игра путешествия по сказочному городу. И ребенок вместе с незабываемыми героями постигает основы этикета и навыки общения. Забыть эту книгу просто невозможно, как и главных героев, сказочную лошадку Игогоню, дракона, Алешу Иванова, фею Здрастия, Юлику Юлу, трех мудрых гномов и злобного волшебника Группи-Группияна. Мы попадаем в город, о котором все мечтали в детстве. Дома там из шоколада, крыши леденцовые, ставни из кренделей, башни из пряников. А какие здесь все правильные, цитирую. Все жители здесь сказочно вежливы. Даже собаки стесняются тут слишком громко лаять. А щенки протягивают лапу прохожим, чтобы поздороваться. Воробьи не смеют здесь драться. Галки-играчи не галдят, а мирно-тихо решают свои птичьи проблемы. Автор в самом начале повествования объясняет цель книги – раскрыть перед взрослыми и детьми сложность, глубину и радость человеческого общения. Вежливость – это умение деликатно, предупредительно относиться к окружающим. Дети с первых лет жизни должны понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Должны распознавать и осознавать, какие поступки они совершают. Немного найдется детей, которые смиренно и с удовольствием выслушивают назидания и поучения. Поэтому лучше всего истины заключать в любимый детский литературный жанр – сказку. Ведь сказка – ложь, давней намек, добрым молодцам урок, а еще сказка – это всегда немножко игра. Вот и азбука вежливости – литературная сказка с элементами игры. Разделы книги – советы для родителей. Некоторые напоминания взрослым адресованы непосредственно родителям. А еще есть много вопросов, на которые малышам обязательно нужно ответить. Ведь главное, книга должна помочь усвоить уроки вежливости и общения. И совсем не важно, послушный ли ваш ребенок или нет, книжка очень интересная. «Милые три гномыча», «Невоспитанный мальчишка», «Умница-отличница», «Танцующие и улыбающиеся цветы», «Добрый», «Многоногий конь-гагоня», «Веселый почтальон», «Постовой», «Пекарь», «Сапожник» и, конечно, «Фея Здрасте» помогут воспитать в ребенке такие ценные качества, как вежливость, коммуникабельность и доброту. Ведь дети – оценка нашей жизни, ее смысл и продолжение. И в этом трудном деле азбука вежливости Людмилы Васильевой Гангнус просто необходима. До новых встреч! «Дай почитать».